Всем привет, с вами Чумный Доктор. Так, рожу я сменил? Сменил. Игра летит. Ну как летит, у нас еще 1, 2, 3, 4 компании. Получается 5, ёбасты. Это, по-моему, сейчас будет ночные... Подожди, сейчас будет ночные эльфы, что ли? Компания ночных эльфов, конец... Какая цепь стоит. Глава первая, враг на пороге. Давайте посмотрим, что у нас там будет сейчас. Опа. Благодаря героической жертве громаша адского крика, властитель преисподнего народ был убит, а проклятие демонов рассеялось. Объединенная армия Орды и Альянс отправилась вглубь ясеневого леса, чтобы покончить с оставшимися очагами угрозы. Но тиранда Шелест Ветра, предводительница часовых, полагает, что чужаки принесут наполненные магией земли ночных эльфов только беды и погибель. Ну, учитывая тот факт, что они весь лес вырубают, то да, будет весело. Ну? Ашенваль же, ну Ашенваль, не ясеневый лес. Вековое древо. Ну? Долг. Конец. Ну-ка, Тиранда, покажите нам ее. Иди позже. Прости, что беспокою, жрица, но ты уже не один час глядишь на ясеневый лес. Шандриса, я чувствую, что где-то в лесу затаилось зло. И мне кажется, оно приближается. Те зеленокожие, которые убили Кинария? Возможно. А возможно и нечто большее. Хоть отличается сейчас от этого. Соушка, от которых обычные были. Опа, паладин тоже другой, наконец-то. Пошевеливайтесь, бездельники! Джайн и его штёрков приказали закончить строительство как можно быстрее! Зачем мы вообще пришли сюда и связались с этими орками? Он услышал из Тихана. Мы здесь, чтобы перебить остатки демонов, человек. Твое счастье, что мы на одной стороне. Ладно, занимайтесь своим делом. За работу! Блин, прикольно, что есть. Надо... Так... Итак, орки и люди вознамерились разорить наши земли. Они пожалеют о том, что вторглись в ясеневый лес. Мы разобьем здесь лагерь и покараем чужаков. Так в редактор крафт я и не зашел. К сожалению. Я слышу голос Луны. Хватит стоять на месте. Древо жизни — сердце любого поселения ночных эльфов. Своими корнями оно оплетает рудники, чтобы огоньки могли добывать из них золото. Олени. Огоньки — это добрые духи, которые добывают для нас золото и древесину. Еще они возводят строения и выращивают древо, что позволяет обучать больше бойцов. Ашето Роман. Такова воля богини. Не причиняй ему вреда. Немедленно. Ну да. Во имя Луны. Блин, ну сейчас. Кто смеет угрожать давай нашим лесам? Сходим поговорим. Мы покидаем эти земли, жрица. Они отравлены страшным злом, и я не позволю ему поглотить мой народ. Увы, мы все еще не можем отправиться в путь. Не все наше племя в сборе. Не беспокойся, старейшина. Я найду твоих соплеменников и приведу их к тебе. Благодарю тебя, жрица.
мы не останемся в долгу. Энурифа! Не отметили, смотри-ка. Да будет так. Немедленно. Значит, до прикрытия коньком отправиться. Золотой лужник у нас есть, второй. Если что, лужником покинуть его и прекратить добычу золота. Из лунных колодцев наш народ черпает силу. Построив еще несколько колодцев, мы сможем пополнить ряды нашего войска. Да будет так. Да будет так. Слушаю. Шандыш, да? Жду приказа. Ну, без плащи. Кто смеет угрожать нашим лесам? Нужно больше лунных колодцев. Я слышу голосы луны. Вырастет дерево, огонек вселяется в него и исчезает. Но это мы знаем. Во имя луны. Такова воля богини. Ашето Роман. Да будет так. Ищем Бьорнов. Блин, не Бьорна проще их называть по старинке. Такова воля богини. А то. Фурбо. Блин, я не буду видеть. Богиня зовет. Здание готово. Во имя Луны. Немедленно. Двое пошли домой. Кто смеет угрожать нашим лесам? Двое домой пошли. Чтобы алтарь. Пополнить войско, нужно вырастить древо войны. Ашето Роман. Два фубога пошли. Здесь у нас что? Такова здание воля богини. Готово. Баррикады. Во имя Луны. Здание готово. Кто смеет угрожать нашим лесам? Ночь у нас не видно, это да мы будет знаем. Так. Немедленно. Да будет так. Такова я воля готова. Богини. Угу, запомнили. Во имя Луны. Пока бежим на базу, потому что ночью передвигаться ничего не видно. Немного неудобно. Я не энд, я дерево. Я Жесть. Готова. Если у него бивни, блин. Я слышу голосы луны. Что, живое дерево мы еще строить не можем, да? Да. Я готова. Богиня зовет. Немедленно. Ладно, оленя убивать не будем, мы все-таки. Такова воля богини. За мир во всем мире. Во имя Луны. Типа. Я готова. Он один, что ли, здесь? О, еще вижу. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я готов. Уху-ху-ху-ху-ху. Опа. Еще золотой водник. Ну же наверху никого нет, надеюсь? Я же ничего не пропустил. Аня, вот еще двое есть. Я слышу голосы луны. Немедленно. Эуна, да будет так. Жрица луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. Немедленно. О. Во имя луны. Я готова. Да будет так. Твой ход. Девочки к нам присоединились. Ни слова больше. Богиня зовет. Девочек, не покажите. Жду приказа.
Ашето Роман. Че опять чихну? А, зеваю. Почему? Когда я сажусь зевать, да у меня... Да будет так. Ай, когда я сажусь зевать, когда я сажусь играть, мне лично тянет позевать. Непорядок. Че, брат, вас собираете потихоньку? Может, 10 всего же, да? Очень здоровые. Кто смеет угрожать нашим лесам? Немедленно. Да, бегу. Такова воля богини. Да будет так. Ага. Раньше помню, в старом Варкрафте можно было во имя Луны код набрать на бесконечную ману. И просто за лунных колод стоишь, короче, ты бессмертный, тебя просто не восстанавливают без конца, без остановки. Вечный. Здесь строить нельзя. Ашето Роман. Ах, да. Богиня зовет. Убивайте всех, друзья. Такова воля богини. Ничего вам дерево добывать. Здание готово. Я слышу голос Луны. Успокоились. Немедленно. Дерево, кстати, есть такая способность. Дерево может съесть дерево, чтобы немедленно пополнить свои здоровье. Я слышу голос Луны. Странно, да? Пахивает каннибализмом. Стопэ. Такова воля богини. Пока не суемся. Да будет так. Во имя Луны. Там это... Во имя Луны. Грифон летает у нас. Смеет угрожать нашим лесам. Богиня зовет. А ну, дура! Немедленно. Тигр у тебя хорош, блин. Дерево, скотины, рубите. Да будет так. Опа, еще один есть. Такова воля богини. Успокоили. Немедленно. Вы поймали наших братьев меньших. Ох, я вас уважаю, конечно, такого я от вас не ожидал. Опа. Ашето Роман. Кто смеет угрожать нашим лесам? Приказ поняла. Вроде немного, но все равно урон. Во имя Луны. Добавляется. Да, ребята. Такова видите. Воля богини. Сколько надо найти, в общем? 10. Ай, такова боже. Такова воля богини. Еще троих. Ну, здесь двое было, по-моему. Да будет так. О, верные летают. Виверные. Во имя Луны. В смысле, где... О, нифига себе. Во имя Кинария! Убили девочку одну. Да будет так. Такова воля богини. Во имя Кинария! Что-то вообще какие-то бомжи, блин. Немедленно. Ладно, так. Во имя Луны. Блин, это у вас большое. Да будет так. Богиня зовет. Немедленно.
Что так побежим? Здесь, по-моему, они спят. Во имя Луны. Девочки пускай отдыхают. Такова воля богини. Такова воля богини. Ой, они еще не спят. Аж это Роман. Все, баю-баюшка. Что-то мне кажется, если я его ударю, они выскочат с палатки. Я слышу голос Луны. Почему-то мне кажется так. Да будет так. Наверное, не зря кажется. Немедленно. Я слышу голос Луны. Значит, надо бегать сюда. Во имя Луны. Да. Ты много благодарен, жрица. Теперь мы можем уйти. В знак признательности мы оставляем тебе воина из нашего племени. Одного, да? Он готов отдать за тебя жизнь, если потребуется. Ваша щедрость не знает границ. Да осветит Луна ваш путь. Наши воины вступили в бой. А, нифига. Нужно больше лунных колодцев. Укажи мне путь. Слишком просто. А, да, уже пошла. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим? У нас есть целая братва. Медведи, вы нам очень сильно пригодитесь. Я слышу голосы Луны. Так. Хватит стоять на месте. Не проблема. Аж это Роман. Жду приказа. Кто смеет угрожать нашему? Вперед, месту? Ребята. Опа, опа, опа. Так. Вперед, ребята. На, просто тебе помогите. Просто помогите, на. Вы заплатите за осквернение этих земель. Одна. Медведя убили одного. Вот вы скоты. Там кто? Девочка. Приказ поняла. Не проблема. А, шестой левел? Ах ты, скотина, еще без... Здесь он не воскресит своих придурков. Нашего брата убили меньшего, блин, скоты. Нифига себе, он сколько, блин, единиц этого жрал. Наши воины вступили в бой. Ты только не воскрешай, ладно? Нет, Шандерс, беги. Вот ты скот, а. Я готов. Чё, это вообще все плохо. Богиня зовет. Я готов. Да будет так. Так, отбежим-ка подальше. Выманивай его. Такова воля богини. Твой ход. Кто смеет угрожать нашим лесам? Вот ты... Ублюдок, а. Я слышу голосы Луны. Наши воины такова воля богини. Я готова. Укажи мне путь. Кто смеет угрожать нашим лесам? Ха. За Калимдор! Я не думал, что пот уже будет в первой миссии, блин. Да будет так. Жду приказа.
Я готова. Богиня. Охренеть. Нет. Нас просто раскидали, ребята. Ашето Роман. Жду приказа. Тупо потому, что у него 6-й уровень. Тупо из-за этого. Я готова. Здесь строить нельзя. Извиняюсь. Я готова. Я слышу голос Луны. Офигеть, ничего, ты вообще... О, он встал не на базе. Зашибись, сейчас мы его захерачим там, надеюсь, на это. Я готова. Так. Ашето Роман. Хм. Богиня зовет. Нас хорошенько раз... Немедленно. Я готова. Приказ поняла. Я слышу голос Луны. Немедленно. Где ты там, скотина, блин? Да будет так. Один, давай, иди-ка сюда. Здание готово. Кто смеет угрожать нашим лесам? Давайте, давайте, давайте. Тащим его сюда. Во имя Луны. Я готова. Такова воля богини. Во имя... Ребята за ним. Да будет так. Один ты там с нами не справишься. Я готова. Сейчас мы еще девочек понаделаем. Кто смеет угрожать нашим лесам? Богиня зовет. Что у него меч, конечно, это вообще... Покажи мне путь. Покажите его поближе. Я готова. А что это он... Блин, вас здесь только не хватало, придурки. Его, его. Я слышу голос Луны. Сейчас зашибусь. Я готова. Олень что-то почуяли. Бион сварил. Луна, даруй мне силу. Зашибись, огненный дождь. А чё здания не разрушились? Ау. Ой, извиняюсь, я не хотел. Ёбасты, Тикондрий и стражи. Нежить, защищайтесь! А демоны тебя не смущают, сбоку? Наверное, они преследовали нас от самого лорда Рона. Храни нас, Элуна. Мертвецам нет числа. Офигеть их там, блин. С таким противником нам не справиться. Сестры, быстрее в лес. За нами Тикондри побежал. Вы были отключены. Да ёпарасы ты, блин. Ладно, я разберусь с этим. Спасибо всем тем, кто смотрел. Вот такая вот миссия. За... Ой, не миссия, компания за темных, за ночных эльфов. Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока. Увидимся.